Всем привет! В эфире канал ОТС «Мировые новости» с обзором последних событий из разных уголков мира. Вас познакомлю я, Ксения Петренко. Смотрите в этом выпуске. Техас и ряд соседних штатов страдают от лесных пожаров. Один город выгорел полностью. Источники сообщают об аресте президента Чада. Что это, переворот или фейк? Терапевт Белого дома раскрыл тайну здоровья американского президента, чем болен Джо Байден и на что влияет болезнь. Жуткая беда обрушилась на страдающих от засилия мигрантов штат Техас, беспорядки в Греции и возвращение итальянских пленников из плена исламистов. Об этом в рубрике «Актуально», но сначала подробности о смертельной аварии в Мексике. Два человека погибли в результате автомобильной аварии, произошедшей в Мексике. Кадры трагедии попали в камеры очевидцев. Свидетели происшествия запечатлели, как небольшой внедорожник во время развлекательной поездки по пересеченной местности, так называемом джип-спринте, теряет управление и падает с горы. Машина в прямом смысле кувыркается, и в процессе из нее выпадают люди. Водитель и пассажир погибли. Крупный взрыв прогремел в Лос-Анджелесе. На воздух взлетел грузовик с сжиженным газом. Инцидент произошел на улице Генри Форда. Водитель грузовика увидел искру и покинул место возгорания, вызвав на место пожарных. И как раз во время ликвидации возгорания прогремел взрыв. 9 из 12 огнеборцев в прямом смысле раскидало по улице. Этот момент также попал в объектив камер. Пострадавшие все в больнице. Накануне одного из них выписали врачи. К другим темам. В Техасе, США, объявлен режим ЧС. Губернатор штата предпринял такие меры не на фоне роста числа нелегальных мигрантов, от которых страдал регион прошедшие месяцы, а из-за стремительно набирающих силы лесных пожаров. В штате полностью выгорел город Фрич. В нем проживали 2000 человек. Все они успели эвакуироваться. К слову, аналогичная судьба уже постигала населенный пункт 10 лет назад. Пожары добрались и до соседних штатов – Оклахома, Миссисипи. Суммарно огонь охватил больше 500 тысяч гектаров, а пострадавших и погибших пока не сообщается. Боливийцы также оказались во власти стихии. В небольшом городе прорвало плотину, что спровоцировало масштабный оползень. Все детали знают мои коллеги. Это кадры из Боливии. Масштабный оползень похоронил под собой деревню. Она называется Лакина и находится в департаменте Кочабамба. Катастрофа случилась после того, как прорвало плотину близлежащей лагуны. Разрушены жилые дома и фермы, уничтожены посевы. При этом человеческих жертв, похоже, чудом удалось избежать. Мы опустошены. Что нам делать, если мы лишились всего? Важнее всего было спастись самим. По словам властей, завалено около 30 домов. Жилья лишились примерно 40 семей. Мы собираемся разработать план действий по восстановлению заваленных грязью домов, а также по возвращению имущества семьям, которые, конечно, в отчаянии и переживают из-за всего этого. В то же время в Анском регионе Потоси из-за проливных дождей вышли из берегов реки. Улицы населенных пунктов покрыты камнями и грязью. Разрушено более 400 домов. Противоречивая информация поступает из Чада. Сообщается, что в стране произошел переворот. И лидер государства Мохаммед Деби арестован, а его главный оппонент убит. Но точного подтверждения этой информации нет. Послы России, США и Франции сообщили, что еще накануне вечером ситуация находилась под контролем Деби. Но, вероятно, что-то изменилось. И сейчас устанавливается, кто отдал приказ об аресте президента. Масштабными беспорядками и столкновениями с полицией в Греции отметили годовщину трагедии. Речь о железнодорожной катастрофе, произошедшей год назад. Тогда следовавший из Афин в Салонике пассажирский поезд на скорости столкнулся в лоб-лоб с товарным составом. В пассажирском поезде находилось больше 350 человек, погибли около 40 человек. Десятки оказались ранены. В Афинах в память о произошедшем сотни студентов и рабочих прошли по улицам города, требуя наказать виновных и заодно роста зарплат. Зафиксированы столкновения со стражами порядка.
Два года в плену малийских исламистов провела итальянская семья. На днях она вернулась на родину, что стало следствием масштабной операции и длительных переговоров. Смотрите подробности. Пожилая супружеская пара и их сын, похищенные в 2022 году исламистской группировкой в Мали, выходят из самолета в римском аэропорту Чампино. Перед тем, как попасть в плен, Рока и Джованни Лангоне, а также Мария Доната Кайвана жили в религиозной общине в городе Кутиала на юге Мали. Их захватили джихадисты, связанные с боевиками Аль-Каиды, группировки, запрещенные в России и других странах. Правительство Италии заявило, что их освобождение обеспечили итальянская разведка и Министерство иностранных дел. Они сотрудничали с представителями племен и малийской разведкой. Никакой дополнительной информации не предоставили. На момент похищения супругам было около 70 лет, а их сыну примерно 50. Их второй сын, который оставался в Италии, поблагодарил правительство за помощь в освобождении его семьи. Я хочу от всей души поблагодарить итальянское правительство и кризисный отдел за то, как они мне помогли. Могу сказать, что я ни дня не сомневался, что их привезут ко мне домой в целости и сохранности. Просто нет слов, меня переполняют эмоции. Не желаю никому пережить то, что пережил я. Мали годами пытается сдержать исламистских повстанцев, которые дестабилизируют целый регион. При этом боевики используют страну как опорный пункт для нападений на другие страны Западной Африки. Безопасность грядущих Олимпийских игр под угрозой. Сотрудника парижской мэрии обокрали. Добычей преступника стал ноутбук с планами обеспечения безопасности спортивного мероприятия. Произошло это в поезде. Жертва вора сел на северном вокзале и положил ноутбук на полку над своим сиденьем. А когда доехал до своей станции, ничего там уже не обнаружил. В сумке с ноутом были две флешки, на которых была конфиденциальная информация. Сотрудники полиции уже ищут вора. Стало известно состояние здоровья американского президента Джо Байдена. Врач Белого дома рассекретил болезнь, которой страдает глава американской администрации. В анамнезе пожилого президента апноэ во сне, гиперлипидемия и спинной артрит. Об этом сообщил терапевт Кевин О'Коннор по результатам ежегодного обследования американского лидера. При этом в документах говорится, что некоторые из этих заболеваний приводят к ухудшению памяти, снижению работоспособности и ухудшению интеллекта. $31 000 выложил новый владелец за лот, который был выставлен на аукционе в США. В Бостоне с молотка ушли часы, которые расплавились во время бомбардировки Хиросимы в 1945 году. Маленькие часы из латуни среди руин города обнаружил британский солдат. И хотя они были сильно повреждены из-за ядерного взрыва, стрелки остались целы. Они навсегда застыли на времени 8:15 утра. Именно тогда американский бомбардировщик нанес ядерный удар по Хиросиме. Организаторы аукциона считают, что лот станет хорошим напоминанием о том, к чему способна привести ядерная война. И напоследок, во Франции установили мировой рекорд по сборке самого большого конструктора Лего. На западе страны прошло мероприятие, участие в котором приняли 1000 человек. Состоялось это действие 25 февраля при чутком внимании со стороны представителей Книги рекордов Гиннесса. Параметры созданного конструктора таковы: 21 метр в длину и почти 2 метра в ширину. Это огромная фреска, изображающая корабль под названием «Нотр-Дам де Руменголь». Рекорд засчитан, но главной целью было не только это. Организаторы намеревались собрать средства для реставрации корабля, которая оценивается в 150 тысяч евро. На этом у меня все новости. Желаю вам хорошего настроения. С вами была Ксения Петренко. Смотрите нас в YouTube и телеграм-каналах. Увидимся!